Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство с iPad Air 11. Сейчас я покажу вам, как выполнить сброс настроек сети. Открываем настройки, проходим в раздел «Основные» и здесь выбираем «Перенос или сброс iPad». Далее выбираем «Сбросить» и выбираем «Сбросить настройки сети». И вводим пароль от экрана блокировки. И нажимаем «Сбросить». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.